Всем добрый вечер, дорогие друзья, на прямой связи заснеженный Ярославль. В гостях у нашей команды принципиальный географический сосед, нижегородская Торпеда. Но у нас еще одна опасность. И здесь... Страсти накаляются. Артем Ильенко, я думаю, что Роберту Савельевичу спуска не даст. Накладал, опасно было. И опять-таки за воротами трибуны уже вскочили. Очень опасный Эндрю Кейлов. Что я вам говорил, этот парень умеет забивать, знает, когда и как это делать. Ну и во втором матче подряд против Локомотива этот канадец отличается. 22-я шайба. Локтионов. Ну и побыстрее бы шайбу двигать. Здесь понятно, что дают освоиться Петри Кантьоле. Ярославцы. Якуб накладал. Пушка страшная. Чешская срабатывает. Финн отдал, чех забил. Канадец капитулировал. Вот такой вот интернациональный гол у нас получился. Поздравляем Якуба Накладала. Сейчас гляну в его статистику. Уж не юбилейная или десятая шайба в этом сезоне у нашего игрока обороны. Очень здорово, что сумели быстро реализовать. Готовьтесь к празднику. Аляев. Перевод на Паршина. Пока без бросков. 30 секунд, даже уже больше. Локомотив убил. Миле. Аляев. Не бросают. Бросают сейчас. Двойной рикошет. И Энди Миле продолжает североамериканскую традицию этого матча, делая счет 2-1. Локомотив пропустил в меньшинстве. Вот это неприятно. И замолчала арена 2000. Таким образом, у Кейлов сегодня 2 очка, у Ворнакова 2 очка. Локомотив отвечает своей жесткой игрой в чужой зоне. Наверное, прокинул Хольма. Дальше пострадал здесь у нас Артем Ильенко. Мисюль опять активен в чужой зоне. И 2-2. Егор Аверин. Данил Мисюль набирает все-таки первое результативное очко в карьере в КХЛ. На пару они с Артемом Ильенко здесь пошумели в чужой зоне и позволили Егору Аверину отличиться. Все-таки дыра и в обороне Торпеды тоже нарисовалась. Вроде бы разобрались, но свободная зона у Локомотива есть. И красавец Илья Коновалов. Шайбу после броска Дениса Баранцева намертво забирает в ловушку, не давая состояться добиванию. Еще момент, и Филипп Кольм все-таки забивает. Торпеда выигрывает второй матч подряд у Локомотива со счетом 3-2 в овертайме. Но, дорогие друзья, расстраиваться не будем. 2 очка сегодня были нужны гостям, и они фактически себе гарантируют тем самым участие в плей-офф. Ну, а Локомотив отодвигает вопрос о третьем или четвертом месте в конференции, по крайней мере, до 15 февраля.